Рабочая неделя будет короткой, но за это время нужно выполнить многое. С этих слов начал традиционное аппаратное совещание председатель правительства Александр Смекалин. В первую очередь за два дня нужно завершить подготовку к проведению майских праздников. Выходные должны пройти, по словам премьера, максимально комфортно для людей и без происшествий, как проведенная в это воскресенье Пасха. На майские праздники люди часто едут на шашлыки и на дачи, а это значит, что в противопожарной безопасности первостепенное внимание. За последние две недели происходит ежедневно более 100 пожаров. Реально, пожарные подразделения работают без отдыха, переезжая с одного пожара на другой. И основная масса этих пожаров – это горение травы. Анализ причин возгорания дает основание полагать, что речь идет о целенаправленных поджогах со стороны землепользователей разных категорий. Сухую траву жгут дачники, жители сел. Как отметил зампред правительства Михаил Семенкин, фермеры и крупные товаропроизводители этим не занимаются. Огонь угрожает лесам. Премьер отметил недостаточную информированность населения и слабое проведение противопожарных мероприятий в ряде районов области. Это жизнь и здоровье людей и сохранность их имущества. Это наша с вами первостепенная обязанность. А тут, соответственно, у нас пожароопасный период, только начался две недели, пожаров больше, чем за квартал. Вот как так? Всем разъясняли, траву не жечь. Все поняли и начали ее жечь. Теплая погода на прошлой неделе поставила еще один вопрос. Об окончании отопительного сезона. В ежедневном режиме ведется мониторинг температур в домах и объектах социальной сферы. Отключение отопления провели 17 муниципальных образованиях области. В ряде больниц, детских садов и школ батареи остаются горячими. Скоро небольшое похолодание закончится, и тогда отопительный сезон окончательно завершится. С 3 мая можно сказать, что отопительный сезон будет завершен на территории региона полностью по всем, в том числе учреждениям образования, здравоохранения и дошкольного образования. А в полях области идет посевная. Сейчас аграрии занимаются бронованием и внесением удобрений. В целом весенние полевые работы идут по намеченному плану. Но есть районы, показывающие низкие темпы. Например, Старомаинский, Тереньгольский и Старокулаткинский. Мы приступили к весенней полевой кампании в этом году на две недели раньше по сравнению с прошлым годом. Это благодаря, опять же, агрометеорологическим условиям. На сегодняшний день все муниципальные образования приступили к весенней полевой кампании, соответственно, к посеву ранних культур. Темпы достаточно неплохие. Продолжается весенний осмотр дорог. В неудовлетворительном состоянии находилось 50 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На 22 проблемы уже устранены. К концу мая будут заключены контракты на капремонт почти во всех муниципалитетах. Правда, не везде. Есть проблемы, например, в Ульяновском районе. Председатель правительства поручил держать ситуацию на контроле. Дороги надо начинать, как только начинается строительный сезон, чтобы люди хоть успели на них поездить. А у нас это дороги положат не так, что они там перед самим снегом первым. Потом он под снегом лежат, эти дороги, а весной их смывают. С начала года, к счастью, не зарегистрировано ни одного случая заражения энцефалитом от клещей. Но с жалобами укусами вредного насекомого в учреждения здравоохранения обратились 48 человек. В лесах и скверах продолжается санитарная обработка от клещей. На эндемичных территориях Ульяновской области, а это Майнский, Меликесский, Старомайнский, Сенгелеевский и Ульяновский районы, организована плановая вакцинация детей от 7 до 14 лет против клещевого вирусного энцефалита за счет бюджетных ассигнований. На 25 апреля на территории Ульяновской области было привито 125 детей. Впереди майские праздники, и люди массово двинутся на природу. Александр Смекалин поручил сформировать маневренный фонд вакцины, чтобы ее можно было перебрасывать из одного муниципального образования в другой. Егор Титов, Александр Кудряшов, Новости дня, Ульяновская правда.